Данил Багров. Что вы думаете, зачем было вывезено из страны золото КПСС? Что мы получили взамен? Можно ли было его вернуть вместе с российскими нефтяными долларами нулевых годов? Значит, разные вещи, Данила. Значит, золото КПСС не было вывезено из страны. Коммунисты довели страну до состояния, когда не на что было зерно покупать. И мы занимались тогда, так сказать, золотом КПСС, зарытыми в разных частях мира, с секретными потайными, значит, я даже не знаю, как их назвать, секретными хранениями, что ли. Это были там совзагранбанки, например. Это были... В свое время создали даже такую группу расследовательскую, чтобы понять. Я помогал Егору Тимуровичу Гайдару. Меня, правда, быстро очень отстранили, там силовики какие-то, демократическая ориентация, этим начали заниматься. Ну и слава богу, что могли убить просто, потому что там действительно были какие-то деньги, вот, спрятаны. Но вот эти совзагранбанки, они были приватизированы со временем, теми же чекистами, кстати говоря. Ну, почему-то российское правительство не очень возражало против этого. Не знаю, это же не моя область ответственности. Вот. И совершенно другая история. Это вот это нулевые, двухтысячные. И потом то, что вложено триллионы долларов в западную экономику. Можно ли их вернуть? Их нужно вернуть. Известны персонали, это окружение Путина. И это нужно будет возвращать, это довольно сложный процесс. И вот потому, что они сегодня делают, что они хотят оставить после себя, мне ясно, что они очень боятся этих расследований. Они хотят оставить после себя такую пустыню или переходной процесс, в котором, ну, не до них будет. Подпитывают националистов радикальных здесь, в России. Вот. Но этим надо будет заниматься, я надеюсь. Но вот... Знаете, с другой стороны, ну вот все мы надеялись, что придет новый президент в Украине. Он начнет разбираться с этими прохоботами. Это же была отвратительная пропагандистская кампания, грубая, антидемократическая, в результате которой до сих пор остались какие-то структуры, которые продолжают действовать от имени вот той пропагандистской кампании. А Зеленский не захотел с этим связываться. Само собой разрешится. Ну, не знаю, как само собой разрешится, но этим никто не занимается. Вполне вероятно, что и этими миллиардерами, которые создали... Перевезли уже давно свои семьи на Запад, создали там благополучное существование для себя, для своих семей, детей. Может быть, и ими никто не будет заниматься. Не знаю.